сейчас может наступить на комп? Не наступай, Раф, на комп, я перископлю уже. Ты можешь это... Лучше б травы мне вырубил. Это шутка была, ребят. Давайте, заходите. И мы вам все расскажем и покажем. А ты открыл? А, что? Нет еще. Я ты сначала... Ты хочешь попросить СНБ посмотреть? Видно, у тебя доступ к каналу уже есть. На этом компе нет. Ладно. Давайте ссылку пока. Доступ к Little Big. Так, скопировать. Ребята, сейчас начнем буквально. Давайте все подтянутся. У меня настолько херово все в личной жизни, что у меня в первой в друзьях наш монтажер, а вторая ты. Третий Прусикин, ну а дальше типа шкуры пошли и Саш Силекс. Все те, кого я ебу постоянно. Ребятки. Ребятушки, привет, с вами я, Эльдар, из-за Сари Тень, и мне кажется, что ничего не кажется. Так. Ага, ну тут видно так же. Ну, по-другому немножко. Но... С Windows видно по-другому. Итак, ребята, сегодня мы покажем вам, буквально через 5 минут на YouTube-канале на нашем, на Клик-Клак, появится новый формат. Он не совсем новый, он до этого выходил на другом канале. Здесь Ир Смелая, здесь жопа Прусикина Ильи. Подрыгай жопу. Реклама. Привет. Подожди. Смотрите сегодня ночью или завтра утром влог. Давай завтра вечером. Давай вечером завтра выложишь. У нас сейчас эмоджи новости. А мне плевать. Нам надо график выхода видео на всех. Мне плевать, паркуюсь где хочу. Нам же надо, чтобы все наши ролики со всех каналов забивали ебаный топ. Ну, не знаю. Чтобы мы всех ебали. То есть... Я забыл. Это надо говорить не в перископе. Ладно, это все шуточки. Ребят, кто знает канал Сквозь? Напишите, кто знает этот канал? Я думаю, многие из вас, потому что я безумно рад за ребята. У них сейчас очень быстро растет канал, у них уже больше 100 тысяч подписчиков. Они этого по-настоящему заслуживают. Это старые наши друзья. Первый раз громко они о себе заявили во втором выпуске. Реп-школы. А, я сейчас Ильичу надо было дать. Бля, Раф! Отойди! Он доебывается до тех, как до кого реже доебывается. То есть как бы вы-то в этой комнате, ну, а я отдельно. Да. И он доебывается до меня. Раф, у меня же вся рука будет пахнуть слюнами. Нет, когда ты главную важную информацию хочешь донести до людей. Итак, у них на канале есть формат эмоджи новости. И мы вместе с ними решили делать это совместно на канале Клик-Клак. Это очень крутой формат. И я вам сейчас немножко покажу. Мы выпустим это на Клик-Клаке, и я очень надеюсь, что вы придете, поддержите нас пальцами вверх. Вот. И хорошими комментариями. Или какими-то, может быть, какой-то критикой адекватной, обоснованной. Все, давайте немножко покажу, и потом открою на Ютубе. Всем привет, и мы с ребятами из канала Сквозь, ссылка на который есть в описании, решили делать эмоджи новости совместно на канале Клик-Клак. В чем суть, прямо сейчас вам расскажет Рома. Погнали! На ваших экранах уникальная программа новостей, где у ведущих на суфлёре настоящие новости, но составленные не в тексте, а в эмоджи-смайликах. Эмоджи новости. Приступим? Звони 911. В Америке девочка позвонила в полицию и сразу же бросила трубку. В полиции все-таки решили приехать и проверить, все ли с ней в порядке. Но обнаружили лишь, что девочка не могла надеть свои штаны, поэтому и позвонила в полицию. Здравствуйте, вы смотрите эмоджи новости, и мы начинаем. Звони 911. В Америке женщина позвонила в полицию и сказала, что скоро запретят телефоны. Полиция сразу приехала, дала ей галочку в Одноклассниках, и она очень долго разглядывала ее и поняла, что нет, надо поменять на штаны и снова звонить в полицию. Звони 911. Американская девочка позвонила полицейскому, предложила ему позже запретные вещи, но он сразу же выехал, говорит, ок, скоро приеду. Она такая взяла лупу, скорее сняла штаны, и мужик доволен.
Звони 911. В Америке девушка завязала два хвостика и сообщила об этом полицейскому. Очень скоро она положила трубку, потому что обиделась на то, что он приехал в зеленой машине. Это вроде бы окей, но она искала не крестик. Она решила переодеть штаны и после этого снова позвонила в полицию. Там еще много. Я сейчас на ваших глазах открываю. Только не надо писать, кто из просто... Поставьте нам лайк на видео, поддержите и подпишитесь на ребят насквозь, потому что мы будем делать еще очень много совместных проектов. Это первый. Если не считать клип, если бы она не улыбалась, это же ребята с ровного места. Те, кто видели все наши клипы, видели клип «Ее улыбка», это те ребята. Вот, это крутые чуваки. Все, открытый доступ, сохранить. Я первый лайк поставлю. Смотрите. Не... Первый. Всем привет, и мы с ребятами из канала «Сквозь», ссылка на который есть в описании. Спасибо вам большое за внимание. Через пару дней на канале «Клик-клак», естественно, еще видосы. На этой неделе еще пару-тройку выйдет. Всем удачи, всем хорошей ночи. Гудбай, бай-бай. Аллах Акбар.